Когда-то в сквере, созданном в честь 50-летия города Видное, росли цветы, было чисто и ухожено. За несколько лет территория пришла в запустение. Краска на скамейках облупилась, трава пробивается сквозь тротуарную плитку. Разбросанный мусор и нескошенный газон портят общий вид сквера, города и не прибавляют настроения видновчанам. Человек должен утром выйти из квартиры, зайти в чистый красивый подъезд, выйти во двор, пройти по территории города, его должно с утра быть хорошее настроение из-за того, что он увидел цветы, да, чистоту, опрятность города. Должен гордиться своим городом. А чтобы было чем гордиться, члены общественной палаты Ленинского района решили помочь сотрудникам Дорсервиса, у которых в преддверии Дня города и района и без того много работы. Они инициировали программу общественного контроля. Территорию города разделили. Каждому представителю общественной палаты назначили свой участок, который необходимо проверять два раза в неделю и отправлять фотографии с замечаниями руководству муниципальной службы по уборке поселения. Охватить постарались по максимуму – парки, скверы, клумбы на круговых дорожных развязках. Заметно, что все развязки требуют покраски бордюрного камня. Часть развязок требует очистки, ремонта водостоков. Вот. Есть развязки, где мало растительности и вообще, в принципе, уже сухостой виден. Общественный контроль приносит свои плоды. Парк Сосенки, который инспектировали в конце прошлой недели, на следующий же день начали приводить в порядок. Работы еще достаточно, но уже сейчас территория выглядит опрятной. В Тимоховском парке отремонтировали лестницу, в сквере 45-летия города Видное скосили траву и убрали мусор. Труднее с бордюрами, лавками и урнами. Они требуют больших финансовых затрат. Я понимаю, что из-за различных там реорганизаций, ограниченность бюджета, навести сразу везде порядок довольно-таки проблематично. Но такая работа однозначно, я уверен, что Дорсервисом будет проводиться. А на следующий год, я думаю, что замена большинства вот этих вот элементов будет произведена. Мониторинг зон отдыха горожан теперь будет постоянным. Кроме того, члены общественной палаты большое внимание отводят инспекции детских и спортивных площадок. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ.